Біфренд. Працюй спокійно та ефективно. Добрий вечір, це проект «Один за всіх» і його ведучий Сергій Костира. Наша студія – це місце, де завжди перемагає справедливість. Дети проживают в условиях постоянной антисанитарии. Постельные принадлежности отсутствуют. Дети спят на кроватях, застеленных старыми и грязными покрывалами. Продуктов нет, что ставит под угрозу жизнь детей. На цих кадрах 30-річна Альона Шкуренко із Запорізької області зачитує не кримінальну хроніку, а рядки зі свого життя. Із таких пекельних умов майже 20 років тому її разом з двома братиками та молодшою сестричкою від неминучої смерті врятували чиновники. Старших Олексія, Альону та Антона влаштували у школу-інтернат. Півторарічну Сашу окремо від них помістили до будинку дитини, а батьків негайно позбавили прав. Я помню первую ночь в приюте. Мы очень плакали, мы даже кровати сдвигали вместе, втроем спали. Мы, помню, всю ночь плакали. Мне было очень страшно. Після декількох років у сиротинці Альону та Антона усиновили у США, де вони проживали по сусідству. З Олексієм, який залишився жити в Україні, дівчина постійно підтримувала зв'язок. Та незважаючи на щасливе життя в Америці, дівчину не покидала думка про молодшу сестру. Коли я бачила двох сестричок, які гуляли вместе, і мені цього не вистачало. Я завжди хотіла, щоб у мене була сестра. І во время проживання в Америці я розуміла, що у мене немає можливості знайти свою сестру, яка знаходиться тут, в Україні. Після 10 років життя у Сполучених Штатах Альона повернулася в Україну. Відмовитися від американської мрії та переїхати жити у маленьке село в Запорізькій області жінку змусило кохання. Ще перебуваючи за кордоном, вона декілька разів приїздила на батьківщину, де і познайомилася з майбутнім чоловіком, і згодом вийшла заміж та народила двох дітей. Відчувши радість материнства, бажання відшукати сестру ще більше посилилося. Адже зараз, дивлячись на своїх крихіток, вона ще більше не може зрозуміти бездушний вчинок своєї матері, яка ледь не прирекла її, братів та сестру, на загибель. Мені не покидає мисль о том, що з нею, як вона, може їй потрібна допомога в чому-то. Я пыталась самостоятельно искать, но все безрезультатно. Моя последняя надежда – это только на ваш проект. Журналісти «Один за всіх» розпочали пошуки щезлої Олександри. Нам вдалося натрапити на слід загубленої сестри. Але ніхто і уявити собі не міг, чим для нас завершиться цей пошук. Тому сьогодні у нашій студії його приголомшливий результат. Вперше за 20 років старша сестра дізнається болючу правду про зникнення молодшої Олександри. Хто 20 років тому врятував Олександру від смерті? З якою сенсаційною заявою стосовно неї у студії звернеться біологічна матір? І чим закінчиться найдраматичніше розслідування сезону? Альона часто дивиться випуски нашої програми. Зустрічі рідних, які відбувалися у студії, сповнили її надії відшукати рідну сестру Олександру. Не гаючи часу, Альона відразу написала в редакцію «Один за всіх». Після довгих та безрезультатних пошуків вона вірить, що саме ми зможемо здійснити її мрію життя – побачитися з Олександрою. Альона Шкуренко. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. Ви вже чимало часу шукаєте свою сестру? Так, десь приблизно 5 років. 5 років? Але думала о ній з самого народження її. Вона моя сестра. Я хочу знати, де вона, як вона. Тому що я знаю, як у мене сложилось. Я знаю, як
моих братьев сложилась жизнь. И мне интересно тоже знать о ее жизни. Мабуть, ви у голові прокручуєте той момент, коли востаннє бачилися з нею. Я ее держала на руках, была сама, находилась дома с ней, с младшим братиком. В тот момент наши родители их как не было. Як братика звати? Братика младшего Антон. Антон. Да, старшего Алексей. Вас всего четверо было в родине? Четверо. Мне было приблизительно 9 лет, 9-10 лет. Младшему братику Антошке было 3-4. Саше, сестре, 1,5 годика. Старшему брату он на 2 года мне старше. Она была совсем маленькая. Она маленькая была. Просто один момент, когда приехали из соцслужбы, брат сказал, надо собирать вещи, нас будут забирать. И я ее держала на руках, я ее не отпускала, я не могла ее отдать, потому что в тот момент и мамы рядом не было. Она как раз вот именно поднималась по ступенькам, ну, мама зашла, 2 секунды взяла ее у меня с рук, и все. И нас просто забрали из квартиры, вывели, спустились мы вниз и сели в машину, уехали. Чому вас вилучали? Наших родителей лишили родительских прав. Наши родители употребляли алкоголь очень часто. Их некоторое время, ну, и дома не бывало, и в школу мы не ходили. Пропускали классы, мы не ходили, не учились. Больше я проводила времени с сестрой и с братиком именно дома, находясь с ними. Наверное, понимала, и я знала то, что если я уйду... То они помруть. С кем они будут? Так. Хуже, хуже, хуже стало. И уже обратили внимание на нашу семью. Приходили соцслужбы, проверяли. И условия, те, в которых мы жили, не принадлежали для нашей жизни. И нас просто забрали из семьи. Нас перевезли в Матвеевскую школу-интернат. Забрали именно только меня и моих 2 братьев. Ага. Сестры а Сашу? Не было. Саша была, осталась с мамой. Она была с ней неделю. Но я не знала, что будет дальше с ней, куда... Почему нас вместе не забрали. Ну так. Я на тот возраст, на то время, я не понимала, не знала, что можно такое, вот она пойдет в дом, где именно маленькие детки, а мы были уже постарше. А батько был в вашем житті? Да, папа присутствовал в нашей жизни. Были такие отношения с мамой, где они расходились, и мирились, и ссорились. И когда он отсутствовал, он уходил на некоторое время, мы его не видели 2-3-4 месяца, может даже больше, может меньше. У вас спільний батько? Да, у нас... От всех 4 діток? Нет. Вот. У нас Антон, Алексей и я, мы от нашего отца. Так. А Саша уже, получается, от отчима, другого від отца. От другого человека. Да. Тобто ваша мама разлучилась с вашим батьком, чи як было? Ну, они просто разошлись. Ви розповіли, що у вас є старший брат Олексій. Да. Сьогодні Олексій приїхав разом з вами до нашої студії. Олексій, добрий вечір. Приєднуйтесь, будь ласка, до нас. До нас виходьте. Не соромтеся. Альона все правильно розказала практически. Ну, коли мать розійшлась з отцом, мама почала випивати. Условия у нас були не дуже хороші. Панцирная кровать, ну, такой прогнивший матрасик, покрывало сверху. У нас не было иногда продуктов, приходилось идти. Ну, у нас там недалеко стройка была. Ну, помогал там половинки кирпичей перелаживать. Ну, сколько вам років было? Мне на то время 11 лет было. В 11 років вытягали цеглу? Мама знала про це? А они не знали вообще, где мы. Им было по барабану? Да, и их тоже дома не было. С Антоном и с Александрой оставалась Алена. Я до строитель сам подходил и просил, ну, есть подработка какая-то, чтобы, ну, продукты купить. А сколько грошей вам платили? На то время, ну, 30-40 гривен. И что вы купували на эти кошти? Манку, макароны, ну, мы сами готовили. Вещи мы не могли стирать, было там немного грязных вещей. Но когда заходил разговор до матери, мама, ну, постирай нам. Мне некогда. Я хочу отдохнуть. Я устал. Вы в маму взагалі запитували, от ви були найстаршим. Мама, де ти ходиш? В тебе 4 дітей, мамо. Оно ну, якісь пояснення, вона взагалі... Оно вас не волнует. Было, что нас все закрывали.
квартире, что мы не могли выйти. Сколько, на сколько часу вас замыкали в квартире? Ну, на день это точно. Да у нас никогда не было объяснений от нее. Никогда. Никогда. Она считала, что это так ей нужно жить и так нужно обращаться, да, с детьми. Все. Она считала, что, что мы маленькие, мы не должны знать, мы не должны понимать, и все. Просто жах. Такая просто байдужість, повна байдужість рідних людей. Це жах, з чим вам довелося стикнутися у житті. В першу чергу байдужість материнська, тому що мати таких прекрасних, чудових дітей – це велике щастя. І щоб старший син став батьком фактично вам, молодшим, щоб ходив, заробітчанствував і заробляв ці копійки, щоб купити пачечку манної каші при живих батьках, я просто собі не уявляю, якою жінкою треба бути. От ви потрапили до інтернату, а хоч хтось із ваших рідних взагалі до вас приходив? Ні. Нас привезли, заселили в ізолятор. Да, ми знаходилися неділю в ізоляторі втроєм з молодшим братиком. Ми всі втроєм дуже плакали. Мы сдвинули кровати, втроем лягли, потому что мы привыкли так спать, в принципе. Ну, и страшно было. И страшно было, очень-очень страшно было. А сколько вы прожили в интернате, и как вам жилось там? 4 года прожила. Я 2 года и смотался, конечно, с интерната. Честно. До матери побежал. Думал, что как-то что-то она изменила. Ну, оказалось, что ничего у нее не изменилось. Это сколько вам років было? 14. Чому вы пішли з інтернату тоді? Хотели просто до мамы? В 2003 году нашего маленького братика Антона, его семья приехала усыновить в Америку. Алексея, ему это тяжело переносилось, это все. Он очень нервничал, он очень психовал. Через что? То, что забирают брата. Через разлуку? Да. С трудом принял, еле-еле. Но со слезами на глазах. Когда нашего брата забрали, действительно, он сорвался. Он ушел с интерната. И до повноліття вы проживали с мамой? Не. В 15 я устроился металлолом перебирать. Познакомился с девчонкой. Прожили мы там, ну, повстречались годик. Потом начали жить. И переехали мы в Кушугум. Це ви переїхали в село Кушугун? Так. Да. Це вам 16 років було? Так. Да. Там більше роботи було. З дівчинкою зі своєю переїхали? Да. Тобто ви вже розпочали фактично доросле життя, да, в 16 років? Так. Да. Так, а вас не намагалися повернути в той інтернат? Ну, ні. Ви ж втекли. Ні. Як? Про вас забули в інтернаті? Стандартна процедура. Обратились в міліцію, збіжав пацан. Все. На этом їхні повноваження закінчились. Завели оперативно-розшукову справу і забули. Іменно. У мене було реальне діло, коли ми в інтернат здали малолетнього преступника, форточника, которого ніхто не мог встановити, навіть скільки йому лет. Ми водили його на рентген, щоб встановити по костям. Тому що він партизан. І ми знали, що він чухне. І він чухнув, він убіжав. І ніхто його не искал. Да. Пришло дело непосредственно с детдома, у нас сбежал. Они отчитались и забыли, не занимались своими делами. По большому счету, это не их даже зона ответственности. Я даже не знаю, где он находился в тот момент, я не знаю, потому что я сама дальше продолжала жить в интернате. Я тоже пережила этот момент, когда забрали младшего братика. И плакала, и скучала. И когда Алексея тоже не стало, я тоже за ним скучала. В 2006 году семья приехала, они меня удочерили в 15 лет. В Соединенные Штаты Америки. Да, они приезжали в интернат как спонсоры, волонтеры. Угу. То есть они тоже помогали интернату, ну и деткам. Вот как-то вот так вот они приехали, и такой был момент, случай, когда мы вот танцевали, концерт им показывали, мы танцевали, и просто они увидели, влюбились, а сказали, мы хотим забрать эту девочку. И они знали то, что мой брат живет именно в том штате, где меня хотели тоже удочерить. Навіть так. Они были даже знакомы с его родителями. Ви прилетіли у Сполучені Штати Америки, і як склалося ваше життя? Прекрасно. Родители хорошо ко мне относились.
Я сразу меня в школу учить английский язык. Дополнительные репетиторы были, которые приходили, занимались и английским. Были, которые даже преподавали на русском языке мне математику, которую я была пропустила в интернате в 6 классе. Класс. У меня была очень загруженная жизнь там, но и хорошая. Первую половину дня я проводила именно там, где преподают английский язык для начинающих, а вторую половину дня я уже проводила именно в государственной американской школе, где любой нации, любые, ну, все студенты, все ученики там были. И так продолжалось до 8 класса. Ну, немножко мне было это нужно потянуть все по урокам, именно по предметам. И в девятом классе я уже начала ходить в частную школу. Я в частной школе училась. 4 года я проучилась, 12 классов я закончила. Но у меня эти все года были занятые, напряженные. Именно стремиться к тому, что нужно получить образование и также участвовать в школьной жизни. Я там тоже, ну, участвовала и в танцах, и в волейбольной команде тоже я была. Ну, не было тяжелых моментов, меня никто не обижал. Мой отец, он айтишник, а мама по профессии, она вообще психолог. А еще были детки, Лена, в этой родине, нет, кроме вас? Нет, я отже, одна была. Вы одна? Да. А брата сразу встретили? 2-3 месяца. А ви, до речі, в одному штаті жили, чи це якісь міста були поруч? В одному штаті, Джорджія. В Джорджії? Да. Я помню, мы встретились в парке. Мы узнали друг друга, и он просто сразу побежал ко мне. И когда я уже увидела, и он меня обнял, и просто вот в слезах, вот встреча, мы плакали. У Сполучених Штатах ви фактично прожили 10 років. Да. Закінчили університет. Ну, почти. А що стало на заваді? Ну, так случилося. Кохання? Що... Ну, почти, да. Ну, як це майже? Не закончила, тому що я приїхала сюди, я вийшла замуж і вирішила тут залишитися, спробувати пожити. І у нас народився перший син, і ми просто вирішили, що, ну, так буде. Оленочка, як ви розлучалися з батьками? Це з прийомними батьками? Це було... Ну, для это них неожиданно драматично, было. Так? Да, это неожиданно было для них, потому что я приехала как в гости, а... Получилось... А в гости до кого вы приехали сюда? К брату. А, до речи, сколько разів вы приезжали? От за 10 років, скільки разів приїхали? Я в 2009 году приезжала, летом была, и уехала обратно. Мне было 17 лет, а вот это вот в 16 году я и уже в той час познайомились зі своим чоловіком. Так? Я его еще раньше знала. Еще до того момента. Я его именно узнала, когда я училась в интернате. Его сестра была преподавателем, и она была классным руководителем у меня в классе. А він до неї приходив. Ну, так получилось, что да, мы познакомились, но я его уже знаю с 13 лет. А як сприйняла ваша американська родина такий ваш крок? Тяжело это очень было для них. Обида у них была то, что они не могли приехать вовремя на свадьбу нашу. Вот они пропустили такой трогательный момент в моей жизни, в их жизни. Вот. И они немножко обижались на это. Некоторое время не общались, ну, может, там месяц-два. И потом я, когда уже узнала, что я была в положении, я им сообщила, я им сказала, и они просто, у них изменилось это все, потому что они настолько были рады, то, что вот у них будет внук. Класс, ну это реально все, класс. Это все изменило. Це правда, що саме ваш чоловік та його родина порадили налагодити стосунки з біологічною мамою? Когда я вышла замуж, моего мужа, семья, они мне толчок такой немножко дали, потому что, ну, у мужа очень хорошая семья и родители, и его мама, свекровь, она мне всегда говорила, то, что, Алена, как бы ни было, она твоя мама. Ну, и когда я уже ее увидела, я приехала, я увидела и начала с ней общаться. Ну, а вы запытали в ней, где Саша? Наймолодша. Да, я у нее спрашивала. Что она отвечала? Она мне повторяла одно и то же, то, что когда она ее отвезла в больницу в Васильевке,
Она приїжджала, но один момент приїхала, я вже не стала. В неї бажання було взагалі розшукати маленьку? Ні. Це бажання було тільки у вас, так? Да. Олексій, а у вас? У нас сусідка через три дома работала медсестрой там в детском доме «Солнышко». Так. Я все пытался у неї узнать, но она потом узнала, что ее удочерили. Я туда ходил, можно сказать, каждую неделю. И с директором разговаривал, просил, говорю, где Александра, вы можете мне рассказать, пожалуйста? Директор наотрез тоже говорил, я не дам ничего. И тому ваша сестра повернулася з Америки и почала активні пошуки, так? Я всегда думала о ней, я никогда не забывала ее. Ну, у меня память, документы остались. Те, которые были решение суда при лишении родительских прав на нас. И еще были документы на усыновление меня в Америку. И именно в документах были написаны все мои братья и также сестра. У нее было написано Щербина Александра Александровна, дата рождения. Вот это с чего я начала все. И я была писала лично электронное письмо «Дом Солнышко». Я у них спросила. Такая-то девочка по фамилии, имя, отчество, дата рождения поступала вам, и где она? Очень было много вопросов. Мне ответили то, что да, она поступила, она побыла у нас 3-4 месяца, но выбыла. Все. Дальше информации никакой не имели разглашать. Вашу сестру было розшукати нереально складно. Але нам вдалося натрапити на слід. Готові до результатів нашого пошуку? Очень. Да. Тоді увага на екран. Пошуки Олександри ми вирішили розпочати в Запоріжжі, розуміючи, що у будинку дитини «Сонечко» нам не допоможуть. Адже після десятка наших звернень туди, працівники відмовилися надавати нам будь-яку інформацію. Ми одразу відправилися в обласний архів. Можливо, тут нам вдасться знайти, бодай, якусь інформацію про місце перебування Олександри. Наша знімальна група не одну годину провела у стінах архіву. Разом з працівниками було перевірено 300 документів. І ось через 5 годин пошуків нам посміхнулася доля. Працівникам архіву вдалося віднайти для нас дуже важливий документ. А саме витяг рішення Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 10 травня 2002 року. Згідно нього, Олександру Щербину вдочерили в родину Осадчук Лариси Миколаївни, яка проживає в місті Запоріжжя. Отже, наступною нашою зачіпкою у пошуках Саші стала адреса, де мешкала Лариса Осадчук. Тому ми одразу виїхали туди. Затамувавши подих, постукали у двері. Але в потрібній нам квартирі ніхто не відчинив. Тому ми вирішили дізнатися у сусідів, чи проживає за цією адресою потрібна нам жінка. І чи знають вони щось про існування Олександри? Здравствуйте. Доброго дня. Доброго. Ми розшукуємо пані Ларису Осадчук, яка жила в 148-й квартирі років 10 тому. Була там Лариса, а вона переїхала в інше місто. А в яке місто вона переїхала? Нікополь. Дізнавшись про те, що Лариса переїхала до Нікополя, ми продовжили її пошуки у цьому місті. В одній із баз жителів України нам вдалося знайти адресу, де вона ймовірно проживає. Ми негайно вирушили туди. Як думаєте, хто нам відкрив двері? Надіємося, її мама. Чи вона? Хвилюєтеся? Льош? Да. Альон? Очень. Очень большое волнение. У мене теж вже серце калатає. Вискакую, я думаю, хто ж там знайшли, не знайшли. Ну що ж, друзі, давайте не тягнути. Давайте дізнаємося, хто з вас правий. Ви, Альона, чи ви, Олексій? Давайте. Жінка, до якої нас привели наші пошуки, одразу не змогла зрозуміти, хто і кого шукає. Але почувши ім'я та прізвище
Олександра Щербина після довгої розмови з нами погодилася приїхати до нашої студії. Сьогодні вона тут, щоб Альоні і Олексію розкрити таємницю, яка стосується їхньої сестри. Лариса Осадчук. Здравствуйте. Добрий вечір. Сідайте, Ларисо. Я одразу хочу у вас запитати, чи є у вас донька? Да, у мене є дочка. Її зовут Валерія. Вона родилась у мене 1.01.2001 року. Так. Альона, Олексій, ви ж не Валерію шукаєте? Ні. Щось тут не те. А кого? Щербіну Олександру Олександровну. Якого року народження? Родилась 7 июля 2000 року. Пані Ларисо, вам відома така людина? Да. Це моя дочь. А як Олександра стала Валерією? У 2001-му. Я забрала її з дитячого дому Сонечко. І я захотіла, щоб мою дочку звали Валерія. Начну спочатку. Значить, у мене... Я була беременна на 6 місяці. Беременності у мене замер плод. Так. У мене була дівчинка. І я дуже сильно переживала. У мене була чуть ли не депресія. Так. Мені приснився сон. Прийшла моя крісна покійна і сказала: тобі потрібно поїхати в дитячий дім і забрати свою дочь. Я одразу ж, коли виписалась з лікарні, я одразу ж поїхала в дитячий дім. Мене зустріла дуже очаровательна жінка, це була завідуюча. Вона мені сказала: я знаю, за ким ви приїхали. Ця дівчинка схожа на вас, так. Да. Я говорю: да, говорю, ведите меня к ней. Она меня повела к ней. Я когда ее увидела, и я сразу поняла, что это моя дочь. Мы ее забрали, одели в красивое платье, мы постарались ее побыстрее забрать. Мы — это кто? Это семья, дети и муж, они были рады. Когда мы ее забирали, девочка была в ужасном состоянии просто. Это было... Она не ходила, она не говорила. Она на вид была, как будто бы, ну, я не знаю, пятимесячный ребенок, ну, такой маленькая совсем. У нее ставили медсестры, что она слабоумная будет. Они мне, когда я пришла ее забирать, медсестра сказала: почему, зачем вы берете это? Ребенок может быть не жилец. Потому что у нее была двухсторонняя пневмония, у нее были проблемы с почками, у нее были проблемы с сердцем. Она не ходила, она не говорила. И у нее ставили диагноз моноклеоз. Мне сказали, там что-то было на клеточном уровне, какая-то инфекция. То есть это серьезное заболевание, которое мы потом очень долго ее лечили. А чему так занедбали девчонку? Что сталося? Це було, такий стан був в дитячому будинку? Да. Я забрала ее. Чи її забрали з родини в такому стані? Да, ее забрали з родини в такому стані. Там антисанитария, значит, ребенка забрали, он был в ужасном состоянии, лежал или сидел на полу, и, значит, мокрый весь, и кругом были матрасы обоссанные, простите, что я так скажу, и та сама, и ребенок сосал давнишний хлеб, то есть, потому что его не кормили, походу, молоком, ничего. Она была в ужасном состоянии просто. Ну, я и видела ее в ужасном состоянии, поэтому мне даже говорили: может быть, вы возьмете другого ребенка. Я сказала, говорю, что моя любовь сделает из моей девочки, будем говорить, ну, будет здорова, и это самое. И я приложила все усилия, которые могла. Ну, в первом классе она у нас не попала в первый класс, она пошла, но она очень сильно заболела. То есть она температурила, мы ее возили по центрам разным, в Днепропетровске, в Запорожье, по научным исследовательским институтам. Вот, и получается, что, в принципе, ну, ребенок... Потом уже ребенок наш стал полностью здоров. Но это был очень тяжелый путь для того, чтобы ее вытащить с этого кошмарного состояния. Наша девочка, она выросла, будем говорить, в любви. И она желанный ребенок. Я никому не скажу, что это не моя дочь. Я даже забыла о том, что это она... Это ваша рідна дитина. Это моя рідна дитина. Потому что я ее не опекун, я никто. Мне не платило государство за нее ничего. Я сразу ее удочерила.
вместе с мужем. Чтобы ребенок не знал, когда мы взяли, я потеряла город Запорожье, я уехала оттуда, потому что я очень любила этот город. Но я не хотела, чтобы моя девочка знала о том, что она не родной ребенок. Для меня это было очень важно. Мы сразу изменили, когда мы ее удочеряли, мы изменили имя, мы изменили дату рождения. Вот. И потом, когда мы уже уехали с Запорожья, значит, я сразу сделала ей медицинскую карточку. Медицинская карточка была с того дня, как будто бы я ее забрала с роддома. Вы показали цю медичну карту? Да, конечно, да. Давайте разом звернем увагу на экран. Да, конечно. Ребенок родился в первый день 21 века. Эту карточку я начинала делать с нуля. Вот смотрите, первая дата у нас идет 8.01.2001 года. То есть это аналогия, что у нас Лера только-только родилась. И тут записано, значит, что она родилась с весом 2 килограмма 750 грамм 41 сантиметр. То есть и вот это все, все эти карточки вот до определенного момента, пока Лера не появилась в нашей жизни, я сделала это все своими руками, чтобы мой ребенок потом не задавал мне лишних вопросов, откуда и почему и зачем. И еще писала для того, чтобы врачи мне не задавали много вопросов, потому что мне не хотелось бы, чтобы даже врачи знали, что это не родной ребенок. Вот это все была карточка, написанная мной. Всі навколо не знали про те, що вона не рідна, біологічно не рідна. Але ж питання були. Ми не бачили тебе вагітною, наприклад. Там звідки взялася дитина? Що відповідало? Діло в тому, що я імітувала те, що я беременна. У мене навіть є фотографії такі, щоб мій дитина не задавав мені ніяких питань. У меня даже ее альбом, будем говорить, начинался с того, что я там беременна. Я просто, подушку, у меня специально была такая, типа подушки, которую я сделала своими руками. И я подставляла сначала меньше, потом больше. Мы зараз бачимо на экране, это имитация вашей вагітності, да, так? Да. Ось там под одягом подушка. Да. Конспиролог. Дуже зворушливо, отже, дуже. Галечка, ви робили цю конспірацію і ці фотографії ще до того, як ви прийшли в дитячий будинок. Ви готували цю легенду, да, так да, би да, мовити, так? Так, коли я вже знала, да, ні. Я вже, коли я вже прийшла в дитячий дім. Ви ще не бачили маленьку Сашу? Ні, я вже бачила Сашу. А, ви вже побачили? Це для неї все почалося. І все заради неї? Да. Ви боялися осуду? Ні. Я боялась, нет, я абсолютно людей не боялась. Я боялась, чтобы мой ребенок не травмировался. Як вам так довго вдавалося приховувати від доньки, що ви, вибачте, не її біологічна мати? Вона ж, напевне, цікавилася банально. Навіть, мамо, я хочу подивитися на свої дитячі фото. У нас фотографії, всі йдуть, починається фотографія у нас, що я беременна. Потом, когда мы взяли Лерочку, это сама, я ее пеленала так, как будто она грудная. У нас альбом полностью идет с нуля. И оцей фотоальбом вы показали нашим журналистам. Да. Давайте разом звернемо увагу на экран. На каждой фотографии это есть наша Лера, потому что я ее пеленала специально, как будто это грудной ребенок. Мы с ней как будто играли. Потом пеленала ее постарше, потом делала фотографии, все побольше, поменьше, там сосочка, там еще что-то. Вот эта вот фотография, это я ее взяла с роддома. Это я показывала Лерочке, что ей было 3 месяца. Это я показывала Лерочке, что ей было 6 месяцев. Это я показывала, что это было 8 месяцев. А це у нас Лірочки був годик. З кожної дитинки можна зробити новонароджену. Ви собі можете уявити, яке дрібне те було дитя? З річної дитинки можна було зробити щойно народжену. Яке це дитя було заголодяне, замучене. Як так можна? Рідною матір'ю. А не було за всі ці роки ризику, що дівчинка дізнається, що вона не рідна? Когда мы разводились со своим мужем,
Ну, были, конечно, скандалы, но не при Лере. Она могла быть в соседней комнате. Но как-то раз он мне сказал, отведи ее туда, где взяла. Она сказала, мамочка, как папе не хочется платить алименты, чтобы он даже мог это сказать. Ей было 11, когда мы развелись. Появилась другая женщина. То есть я решила, что я не хочу на вранье строить отношения. Потом же, когда мне уже любовница его позвонила сама и рассказала все их отношения, вот, я просто сказала, чтобы он уходил, и все. А Лере, как вы пояснили, куди дівся батько? Лера сама все видела, она была уже взрослая девочка, да. Она видела все, она мне сама показывала. Я даже была более наивная, чем мой ребенок, потому что она показывала мне какие-то его переписки в соцсетях. Ага. Она у меня очень умная девочка. Сьогодні в нашій студії розкрита таємниця всього життя. І цю таємницю, я так розумію, боялися розповісти своїй доньці. Зараз вона знає? Да. Чому вирішили зізнатися? Діло в тому, що я знала, що там є, були діти. Вот. Дети были не виноваты в том, что родители такие, и поэтому они имеют право, ну, с Лерочкой тоже общаться, и если все в порядке, то я готова стать им еще одной мамой. Подивіться, на сусідньому дивані сидять рідний брат, да, я знала, що там були діти, сестра, да. Вашої донечки. Да, она похожа, да, на сестру. Схожі? Да, на сестру она похожа, да. Сестру звати Альона. Да, Альона. Очень приятно. Очень здравствуйте, приятно. Очень брата приятно. Олексій. Очень приятно. Во-первых, я хочу лично от себя поблагодарить вас за то, что вы вытянули девочку из... Из того света. Из того света. Да. Это огромное спасибо вам. Да, за вашу любовь к ней и доброту. Идите сюда. На Верку похоже. Все. Будем дружить. Будем. Все будет хорошо. Уже все хорошо. Верка у нас замечательная. Уже родочки. Ну так. Моей любви хватит на всех. Я рада, что эти дети нашлись, потому что я не знала, где они были, эти дети. Я не знала, в каких они были заведениях, где они. Я спрашивала в детском доме, где дети. Пытались их но найти, тогда, да? Но тогда никто не знал, да. Может быть, я бы забрала их всех вместе. А мне интересно знать, вот как она росла. Лерочка у нас, она у нас лидер. Она очень у нас любит петь, она любит у нас очень танцевать. Она выращенная в любви, у нее была недостатка ни в игрушках, ни в чем у нее не было недостатка, ни в одежде, ни в игрушках. Она ничего не боится делать. И когда она была маленькая, мы ее звали Гайка, потому что она была маленькая, шустрая. Да, и все время она хотела что-то ремонтировать, потому что самая большая любовь для нее – это... инструменты мужские. Как ребенок приходит там, допустим, она куда-то идет к игрушкам, а она у нас к инструментам. Мама, посмотри, какой красивый молоток. А мама в этом ничего не понимает. И когда у меня дома что-то ломается, у нас Лерочка, у нас сломалось что-то, и дед ремонтирует, Лера ремонтирует. Поэтому наша Гайка вот такая. Не та мати рідна, що народила, а та, що виховала. І ця фраза ідеально характеризує вас, Ларисо. Адже ви для цієї дитини зробили просто неймовірні речі. Альоно, Олексій, ну що, ви готові? Ну. Настав момент, якого ви чекали довгих 20 років. Ваша сестра... в 15 метрах від вас. Все хорошо. Здравствуйте. Добрий вечір. Ну, встаньте, обнімітесь. Обніми, Лера. Обніми.
доверяет мне. Похоже. Да. Валерія, знайомтеся. Красиво. Поруч з вами ваші старші брат та сестра, рідні Альона та Олексій. Дуже приємно, Лера. Боже, яка красуня. А дивіться, як схожі, дивіться, вони ж як близнючки. Дві сестрички-близнючки. Ж не віриться. Не віриться взагалі. Все хорошо. Гарненька? Да. Олексій, а ви виходьте з ступору? Довгі-довгі роки пошуку. Все, ми вже в місті. У вас є ще один брат. Младший брат Антон, його зовут, він живе в Америці. Його були усиновили в 2003 году. І він вже всю свою життя, йому 22, він живе в Америці. У нас тепер буде велика сім'я. Да. З'явилися, ну, знайшлися, ніхто не розстрілявся, ніхто, знаєте, не умер десь там. Всі знайшлися. Ми всіх приймемо з удовольствием. Валерія, ви знаєте, що ваше справжнє ім'я зовсім інше. Тебя мама і твій папа назвали Щербіна Олександра Олександровна. І ти завжди у нас просто в душі залишилася Саша. Вони вас шукали багато-багато років. Їхня мрія – це вас знайти. Як ви взагалі пережили той момент, коли ваша мама, це буквально декілька тижнів тому, розповіла і розкрила таємницю всього життя? Для мене це було все-таки каким-то шоком, да, що я все-таки мама мене взяла з дому малютки. Хоча я ніколи об этом не знала, мені ніхто нічого не говорив. Не було взагалі ніякої, знаєте, як злості там, як у дітей. Не було такого, нет. Лір, а зараз як ти живеш? Сейчас... Ти з мамою проживаєш? Нет, сейчас у мене є вже собственная моя сім'я. Да, у мене є муж. Ух ти! Да, любимий, заботливий. От так! Да. Є у мене доченька Марія, год і 4. Ух ти! Оля, друзі, Оля, а як в воду. А я вам казала! У вас є племінники! Так, і на даний момент ми зараз в надіжді, що у нас буде Михаїл, второй ребеночек. Ми зараз при надії? Да. Ой, красуня! А у них вже є кузени. Я вас всіх вітаю. Але, Лера, ти зустрілася з братом та сестрою, але на зустріч до тебе приїхала ще одна людина. Це жінка, яка тебе народила. Можливо, треба дати шанс цій жінці висловитися і пояснити, що трапилося 20 років тому. Да. Может быть, услышать и нужно, но этому ничего все равно оправдания не найдется, и ничего в сторону к ней уже не поменяется. Вона має право бути почутою, так? Так. Але зустрічатися з нею ти поки що не хочеш, правильно розумію? Тоді я пропоную тобі зараз піти за лаштунки в нашу таємну кімнату. Угу. Ми запросимо до студії твою біологічну матір. І після того, як ти почуєш її пояснення, ти сама приймеш рішення зустрічатися з нею чи ні. Добре. Добре? Будь ласка, біжи за лаштунки і спостерігай за всім, що тут буде відбуватися. А зараз я хочу запросити до цієї студії жінку, яка наробила дуже багато помилок у своєму житті. Ольга Пірсенко. Здравствуйте. Добрий вечір. Я приїхала з метою, щоб побачитися з дочкою.
З якою донькою? З Сашою, самою меншою. З Сашою? Так. Ви бачите, в студії її немає. Ну, вона вже вирісла. Це вже 21 год їй. Так. А не стало її, як вилучили. Год і 7 місяців було. У мене її отобрали. Ну, отобрало государство, розумієте? Я оступилась. Куди ви оступилися? Куди ви оступилися? Оступилась по наклонній плоскості. Випівати почала. Сусіди жалувалися, всі, ну, знаєте, як таке. Ну, і написали заявлення, і діток у нас вилучили. Якраз нам дали срок, а ми так вийшло, що... А ми профукали той термін. А ми профукали. 14 лютого 2002-го їх вилучили. А Сашеньку мені оставили і сказали, так, тобі трьохдневний срок. Сашеньку привезти в Васильівську дитячу районну лікарню. Привезли? Туда? Привезла, а що робити? Так. Ну, що мені і залишили робити? Там? Ну, звісно. Тобто подкинула туди? Через неділю десь приїхала, чи через дві. Привіточ. Ну, не суттєво, так? Мислі через тиждень чи через два. Як це так? Мама може залишити дитину півторарічну у лікарні і приїхати через тиждень або через два? Ви поїхали займатися своїми справами. Ну чого це своїми справами? Ну а чиїми? Ну, державними. Я... Ну а чого це державними? Ви ж розумієте, що мені треба було жильё приготувати. Вас не розумію, чесно. Ну ми переїхали на друге місце так. Життя. Ремонтували чи ні? Ой, апартаменти то, ваші. Хто там його орієнтував? Так і зараз же так, так же зараз і живеш. Я на той момент, як Сашеньку забрали, я приїхала на Лук'яновку. А там у нас фермер рядом в сусіднім селі. От. І він нас попросив туди к нему на роботу, то есть в Павловку. Це важливо, так. Ви бухали з ним в апартаментах. Ви далі так і не, ну, не остановились. Ну, ми ж, о чем ви сразу думали? А? Просто-напросто, по-чесному. Що? Когда вам дали буквально дві недели, ну. О чем ви думали за квартиру? Ти що сюди приїхав? Спеціально те, що на Україну винести? Какого ты вообще вышла сюда? Люди тоже хотят узнать, почему у тебя так произошло. Это мои личные дела, почему у меня так произошло. Ваши дети, это не ваши особистые справы? А знаешь, оно просто в душе нагорело. Ну и хорошо, хай говорит дальше. Одно интересно, что она так разговаривает с старшими детьми? Типа, это вообще, нафиг вы нужны? Сьогодні в нашій студії ми дізналися, що вилучення було 14 лютого. Так. А Саша потрапила до будинку дитини 14 березня. Місяць дитина перебувала в лікарні. Де ви були? Я приїжджала, мені сказали, не їдьте. Я зі страхом думаю о том, що моя дівчинка могла б оказатися у такого монстра, як ви. Извините, але за правду, я правду говорю. Хочу вас познайомити. Це Лариса. Прийомна мама вашої Олександри. Мені було стидно смотреть врачам в глаза, коли я привела ребеночка туди свого, коли мені в лицо говорили, як же ви, мамочка, довели ребенка до такого состояния? Як же, мамочка, вона у вас гемоглобин такий? Мамочка, чому дистрофія? Мамочка, що ще? Ви знаєте, я це молча глотала. Я ребенка еле вытащила. Вона в першому класі. В первом классе не пошла в школу, потому что год она температурила. Она у меня 4 раза лежала в больнице. Я ее еле вытащила с того света. И сейчас мой ребенок, не твой ребенок, а это мой ребенок. Это мои дети, уже мои дети. Меня, моей любви хватит на них, на всех. А ты не мать, ты просто не мать, ты никто. И в нашей жизни точно тебя не будет. Потому что мама – это я. Потому что я воспитала ее, я ее вылечила, я все сделала для того, чтобы мой ребенок был счастлив. Она купалась у меня в любви, все время в любви. Она не знала, что у нее была такая кукушка, как ты. Для нее это было бы просто травма. А мой ребенок не должен жить с травмой. Она у меня самая лучшая девочка. Это мой подарок судьбы. Мы приехали в больницу. Сразу сделали анализы все. Вы знали, что она хвора была? Нет. Та все ти знала, якщо б являлася. Так. Потім я приїхала
через три тижні. Нам сказали, що її забрали. Все. Чим ти займалася, коли от ми були, Саша була в приюті, де вона в лікарні була, ми були в інтернаті. Чому ти не справлялася? Та ужас, я представляю, що вона почувствовала інтернат этот. Почему ты дальше продолжала больше, больше и больше пить? Почему ты не стремилась, чтобы найти и забрать детей к себе? Но оправдания этого ничего нет. У нее нет оправданий. У нее все умерли уже давно. Вы ходили до детей в интернат? В детском доме я там у вас не была. А почему? Я там замещал папа меня. Что значит замещал папа? Маму замещал папа? Переезды с места на место, там на квартире, собственного жилья не было. Да ну это все отмазка просто. У меня так же самое, мы с мужем, когда сошлись, мы с квартиры на квартиру, никто ж не отказался от ребенка. Миллионы людей, они позбавлены счастья быть мамою. Они все життя лечатся, чтобы народить одне единое. Да. Вам Бог дав 4 рази стати матір'ю. Ви забули про те, що ви жінка. Ви оцих 4 дітей проміняли на пляшку горілки. Ненавиджу вашу матір. Вибачте, я її ненавиджу. Я ненавиджу кожного таку курву, яка випускає дітей. І жодним чином не думає, як складеться доля цієї дитини. Пані Оля, як бачите, Олександри немає в цій студії. Нема, значить, не схотіла. Значить, так надо. Вона не те, що не схотіла. Вона спочатку хотіла послухати ваші пояснення, чому так вчинили. Увесь час, поки ми з вами тут розмовляємо, вона знаходилася у таємній кімнаті. І чула нашу розмову. І зараз вона приймає для себе рішення. Зустрітися з вами чи ні? Може і не вийде, а може і вийде. Не знаю, не скажу. Зараз ми дізнаємося, який вибір вона зробила. Ты мне не мать. Забудь обо мне. У меня единственная мать, вот моя. Лариса, я тебе никакая не Саша. Я Валерия давно. И то, что ты сделала с нашей жизнью, со мной, с Лешиной, с Аленой, тебе здесь не место. Уходи отсюда вон. Переживу. Вы почули решение своей доньки. Лерочка, прости, пожалуйста, что я так поступила. Я очень виновата перед тобой. Очень. Спасибо твоей маме, которая тебя воспитала. Да спасибо моей маме, что я не умерла. Оправданий этому человеку никаких нету. Она сидела, рассказывала о том, что у вас съемное жилье было. Да извини меня, у меня тоже есть ребенок. Почему-то я в каких-то трудных ситуациях в своей жизни не бросила его. У меня он маленький, такой же, как я была. Где ты была? Где? Пела песни, рюмка водки на столе. Так иди отсюда, пей дальше. Что ты пришла сюда? Посмотреть, какие взрослые и красивые стали. Спасибо другим людям, не тебе. Пані Оля, вы чули бажання своей доньки. Вибачте. Але ви змушені покинути цю студію. Ужас. Рівень емоцій отакий. Він нульовий. Тому вона намагалася відтворити і нібито імітувати каяття, але їй не знайоме це відчуття. Імітація не вдалася. Потім вона вдалася до тактики захисту. Але навіть захист агресивний не дуже вдався, тому що для агресії також потрібні емоції. Вона не може зараз відчувати в повній мірі взагалі певних там почуттів. Фінал, звісно, непередбачуваний. Але ви знайшли один одного. Що плануєте робити далі? Общатися. Да. Встрічати. Я дуже хочу общатися.
У меня была мечта, большой круглый стол, и все мы, много-много нас, и все мы за одним столом. Да, это всегда так. И много чего обговорить. Еще еще мои дети подсоединятся, у нас будет громадно. Приедет еще мальчик с Америки, у нас будет очень большая семья. Вже через декілька днів після зустрічі у студії Валерія разом з донечкою Марією поїхала у гості до сестри. Мені дуже цікаво, як живе сестра Альонка. Я дуже хочу познайомити племянника з Машенькою, доченькою, зі своєю. А доченьку свою познайомити зі своїми племянниками. Ми їдемо з великими гостинцями в гості к ним. Надіюся, все буде у нас добре. Красотуля! Привет! Привет! Ой. Я очень рада, что у меня есть сестра. Я приехала сегодня вот к ней, познакомилась с двумя племянниками. Проходи. Олечка, становись. Алёша, к сожалению, с нами нет, но на это есть радостная причина, так как он устроился на работу. Он этого очень долго ждал. Ну а сейчас покажу тебе уже свою жизнь. Ага. Вот мы с мамой перед Новым годом. Это, по-моему, день рождения мамы было. Это мы на море. Угу. И мы очень рады, что наша семья стала еще намного больше. Вот это вот, это наш младший брат. Тебе он старше. А мне младше, Нолан, который живет там в Америке. Это он тоже, это уже его фотографировали, как он туда переехал, там жил. Нашлась моя сестра, и я теперь планирую никому ее не отдавать. Она будет рядышком со мной. Я ее тоже теперь никому не отдам. Спасибо вам огромное. Да. Вашему телеканалу вы осуществили мою мечту. Теперь я буду рядышком своей сестрой. А вы подарили мне сестру. Так вот скажу. Спасибо. Спасибо вам огромное.